Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о комнатном таком цветочке, который у меня расцвел. Цветет уже вот неделю. Как красиво! Это цветочек стефанотис, название его, или как его называют, мадагаскарский жасмин. А я по-своему еще по-простонародному называю еще и капризюлька, потому что у него много таких причин, которые он к этим причинам капризничает. Этому цветочку уже у меня 5 лет. Он у меня сформирован, как видите, восьмерочкой. Первый вот веночек, который у меня здесь одревесневший уже, я его не оплетаю, он просто так стоит. А второй вот идет часть восьмерки, я его оплетаю. Длину он где-то 5-6 метров, но я вот сделала таким вот веночком, типа восьмерочки, отойду чуть-чуть, покажу. И он меня радует. Каждый год этот цветочек цветет. Листья у него такие вот глянцевые. Вот крепятся они на таком на небольшом таком череночке. Цветочки трубчатые, вот как видите, красивые такие, напоминают звездочку такую. Вот в одном соцветии бывает 7, 8 и 9 таких вот цветочков красивых. Запах жасмина. Легкий такой запах жасмина. Очень приятно, когда вот на кухне стоит. Он здесь пахнет. Не передать вам просто словами, какой здесь происходит аромат. Так, этому цветочку нужен обязательно рассеянный свет. Весной особенно. И он должен стоять где-то на юго-восточной стороне обязательно. Зимой-то он на северной стороне. При температуре там 10-15 градусов. Важно, когда цветет этот цветок, его нельзя переворачивать, его нельзя переставлять с места на место, даже на подоконнике. Он это абсолютно не любит. Он как бы не тот цветок, который именно его нужно переставлять туда и сюда. Он не выносит. И бутоны сразу опадут и не будет больше цвести. Значит, в большом горшке он тоже не любит находиться. Вот я за 5 лет его пересаживала 3 раза. Вот у меня средний такой вот горшочек такой. Не любит сквозняков. От сквозняков будут опадать вот эти вот цветоносы, желтеть и сразу же опадут. Поэтому, когда я открываю окно, проветриваю, я его обязательно прикрываю или газеткой, или же картоном. Вот, значит, цветет он около 3-4 месяцев, потому что, ну, кто как его будет содержать. Значит, я расскажу, поливать его еще нужно обязательно 2-3 раза в неделю. Он любит влагу. Ну, короче, я сейчас назову основные правила этого цветка, чтобы он цвел и радовал каждый год свою хозяйку. Это нужно своевременно его пересадить. Это самый из основных пунктов. Чтобы не было сквозняков никаких, зимовать он должен при температуре не больше 10-15 градусов. И самое главное, этот цветок не поливать теми удобрениями, у которых находится хлор или азот. Вот этот цветок категорически не любит. Это два основных причины, почему я называю капризюлька. Это сквозняки и полив, чтобы не было азота там, чтобы не нарастала масса вот эта зеленая, а только шло в цвет. Тогда он будет радовать в течение 4 месяцев. Красота неописуема. Вот он у меня в этом году в феврале месяце зацвел, хотя он меня всегда зацветал где-то в начале мая. Ну, вот такая вот красота у меня распустилась. Запах вы не представляете, какой именно жасмина. Легкий такой жасмин, приятный. Да и сами они цветочки очень красивые. Вот что я хотела рассказать о таком красивом цветочке стенофотисе.